Чем теперь ты, ангел мой, при каких делах? Помнишь, ты мечтал со мной о тугих крылах? Сколько зим и сколько лет прошло, сосчитай опять. Вот и крылья есть, некуда лететь. Вот и крылья есть, а некуда лететь. С кем сегодня, ангел мой, ты завел роман? Мы мечтали плыть с тобой через океан. Сколько лет и сколько долгих зим строила фрегат. Жаль, вокруг сплошные берега. О, жаль, вокруг сплошные берега. Если ты живой и ты не пьян, запиши меня в свой бизнес-план, и я готов буду ждать. Ты дай мне знать, забери туда, где свет, полетим в края, которых нет. Мне уже не встать, уважаемые друзья, мы только что прослушали песню «Ангел». Пожалуйста, голосуйте, не теряйте времени. Если вы не возражаете, пусть сперва заговорят журналисты. Мне кажется, это было блестящее исполнение, не только в силу того количества страз, которые присутствовали на микрофоне Ларисы. Мне кажется, что вряд ли эта песня будет выбрана народом в качестве единственного достояния, которое будет наиболее популярным по результатам этой программы. А почему? Но... потому что она слишком рафинирована, она слишком прекрасно музыкальна и требует от слушателей слишком многого. А вот... я мечтаю о том времени, когда такие песни могут быть. Давайте помечтаем вместе. Лёня, не мешай. Слава захотел. Я хочу сказать вообще, что для меня это такое откровение было, когда я услышала впервые ее от Андрея, потому что она совершенно нетипична для него.
это все знают и все это определили. Поэтому мне захотелось ее спеть, она очень близка мне по духу. И слова совершенно фантастические. Ты великий поэт, Андрюш. Но чтобы написать такую музыку... Сочетание того, что делает Андрей, с тем, то, как делает Лариса, вообще не обсуждается. Я Ларису могу слушать часами, даже если она просто моет посуду и напевает. Врет. Бывало и такое? Врет, потому и врет. Вадим Пономарев, newsmusic.ru. Сказать, что я потрясен исполнением Ларисы Долиной, не сказать ничего. Это блестящее, великолепное исполнение. Низкий поклон вам, Лариса Анна, за такое. Благодарю вас. Но позвольте мне немножко съязвить все равно, потому что... Ну как вы без этого же не можете, господи. Не могу без этого. Ну вот это словосочетание бизнес-плана, ну рвет оно здесь все, ломает. Так это все. Бы не было бы тогда, Андрей Вадимович, если бы не было такого словосочетания, понимаете? Вы это ж ведь как вы раз адвокат. Вот его визитная карточка. С вами достояние республики Андрей Макаревич.